Ну что, всех приветствую на канале. Третий день. Турнир. Ну, и у меня здесь есть невыполненные задания. На самом деле. Ну, некоторые сейчас выполним. Такие, как, допустим, поднять отряд. Есть у меня здесь отрядики. Зеленые. Ну, вот этот, допустим. Ну, мы его сейчас подпрокачаем. Вот. И еще надо задание два красных. Давайте возьмем два красных. Опа, а красных нету. Прикольно. Так, ну давайте. Качаем тогда, кто есть. Что-то не думал, что такая будет загвоздка. Ну вот, вроде бы все появились. Ну и синих еще докинем для порядка. Вот. Ну и что, сейчас сделаем призывы. Как я и обещал, опять призыв легенд у нас есть бесплатный. Сейчас здесь сначала разгрузимся. И вот здесь. Готовы? 9 из 10 будет. Поехали. Кто-кто-кто. Классика жанра. И даже без ГМа. Даже без ГМа. Эх. А так хотелось бы вот этого героя месяца. Блин. Ну ладно. Пойдемте тогда биться в турнир. Здесь, видите, потихоньку выполняем задания, миссии. С титанами единственное, что загвоздка вышла. Но это ладно. Так, эти алмазики 6 штук соберем. Испытания. Кто у нас здесь? А, ну, в принципе, Фенрир. Для него пойдут медальки. Ну, ладно, это я пройду без видео. А сейчас будет турнир. Оборона Е. Да. Оборона Е. Ну, здесь красных надо брать. Преимущественно. Мне Зеуса я нагнал, ставлю. У меня больше красных нету. Поехали. Не, сейчас все будет топово, красиво, я уверен. Сейчас раздадим жары. Есть. Оппи. Ну давай. Кого? Давай в центр. Блин. В угол не очень хорошо. Так, надо вот этого забирать черта. Иначе он бьет. Тоже неприятно. Блин, хотя может попить, забубенить, там много стрел полетит. Так, 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 надо подумать, как бы здесь вынуться. Давай-ка вот здесь, может, что-нибудь приедет. Нет? Ну ладно.
зайца убивают. Но ничего страшного, переживем без зайца. Окей. Сейчас главное этого забрать. Блин, так не хочется его заряжать, ну да ладно. Низиус. Ну давай, раз. И сюда закидываем. По идее, сейчас с зелеными его должны покоцать. Что-то зеленые как-то слабо в него летят. Ну давай тогда ускоряем и пробиваем его до конца. Все, пробили. О, здесь уже сложнее. У меня Поппи есть, но она не прокачанная вообще. То есть от нее смысла особого нет. Ну и опять же, фиолетовые эти. Постоянно на них делаю акцент, но... Давай вот здесь. Через комбо его добьет, да. Ну что, в принципе, неплохо. Йорна, блин, все-таки заведение. Все-таки Бьорна зарядили. Должны сейчас выиграть. Так, вот здесь фиолетовый подъезжает. Есть. Все. Победа. Ну что, неплохо. Я считаю, неплохо. Ну, сюда вообще роскошно. Зелено-красным также идем. Ну, сейчас какая-нибудь будет подстава, типа камней не будет. Не, бесполезно этот персонаж. Вот 2500. Ну, сила такая себе. Кайфовая. В принципе-то. Да, как я и предполагал. Красных нет. Хо-хо-хо. Сейчас этот маги ультанет. О, блин. Больно. Давай маги снесем. А, ну они же перерождаются в этих... Ё-моё. Точно. Фига себе он бьет. Вот это сила. Ну, я же вам говорил, что здесь будет какая-то жесть. Вот она и случилась. Ну, такой вот турнир. На третий день нас выкинули. Что я могу сказать? Делитесь своими впечатлениями от турниров, как у вас идет.
Ну давайте на этих пробьем. Покажу, как маликна работает в деле. Я вроде еще не показывал. Но есть здесь интересный такой момент. Как она пробивает. Как она дает, кстати, прибавку к мане, смотрите. Прибавка к мане. Вот маликная. Сейчас наблюдаем. Раз, связь стихий. Да. И сейчас прибавка к мане небольшая в конце хода. Смотрите. И раз. Но она совсем такая незначительная. Но она есть. Ну, на медленных, сразу скажу, это не ощущается. На быстрых, в принципе, нормально. Есть вариант. Есть. Ну и откроем сундучок. Конечно, есть заманчивое предложение за 300 алмазов призвать и открыть здесь сундук эмблем. Но я считаю, что здесь в призыве легенд ловить особо нечего. Процент очень маленький, лучше чего-нибудь дождемся интересного какого-нибудь ивента. И там уже эти средства потратим. Как вы думаете? Ну вот саргаса еще у меня есть. Мы его скоро тоже докачаем. Через годик. Ладно. Всем тогда удачи и пока-пока.